Господа, наидобрейшего всем вам времени суток. Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун, и сегодня мы с вами посмотрим Stalker Dead Air. Это фриплейная модификация, абсолютно новая и просто обалденная. Здесь крутая атмосфера, здесь очень крутая картинка, и, блин, здесь столько всего интересного напичкано, что это просто надо попробовать. Данная модификация уже находится в открытом доступе, так что кто угодно из вас может ее скачать, попробовать. И, собственно, мы сейчас тоже попробуем. Так, итого, нам бы. Нам надо выбрать стартовый набор. Возьмем экипировку, доп. Набор оружия. И... и я не знаю, там, провизия и медикаменты. Одна жизнь, режим выживания, последний выживший. Это три режима игры, но мы будем играть в классического сталкера с сталкерами, собственно, с группировками, бандитами и так дальше. Завышенные награды, опция призвана облегчить игровой процесс. Любые виды награды за выполнение игроком будут увеличены втрое. Нажористый хабар, опция, призванная облегчить игровой процесс. С врагов и тайников падает больше вещей и в лучшем качестве. Ты знаешь, я хочу выбрать вот это, потому что по умолчанию здесь, если эту галочку не поставить, то будет выпадать, ну знаешь, ну вот полное говно. То есть у всех сталкеров, бандитов, они будут ходить со стволами, которые просто в хламину. Ну, я не считаю это прям таким правдоподобным. То есть там матерый сталкер с тозиком, который вот от выстрела может взорваться. Нет, мы поставим вот так и погнали. Будем пробовать. Так, господа, ну что ж. Я даже знаю, где мы. Мы на кордоне, друзья. Мы на кордоне и сразу у нас тут... О-о-о, ливень, слушай, я бы даже переждал бы его на самом деле здесь. Я бы даже переждал бы, ибо очень трудно будет нам ходить. Господи, общий вес 14,5, а максимум 5 кг. О, стопэ, уже что-то получше. Так, уже 10. Так, есть, я оделся. Я понял, короче, карманы нужны, я понял. Масочку давай. Надеваем все это. Во, отлично. Все экипировал на себя, и мне нормально. 9,6 из 10,2. Короче говоря, чем круче вот это вот у меня тут будет комбез, тем больше я смогу на себе утащить. Это хорошо. Что это такое? Что это? Универсальное зарядное устройство? Вау, прикольно. А это что? Сигареты Петр Первый. О, нормально. Фонарик! Даже есть фонарик здесь. Отлично. Ну-ка. А как его включить? А как включить фонарик? Ладно. Не знаю, сейчас разберемся. Ты посмотри, как капли падают вот именно на ствол, и прям бомбезно. Слушай, реально бомбезно, очень круто. Так, хорошо. Так, ну что ж, ладно, погода, конечно, не очень, не располагает для рейда, но нам надо что-то делать. Так, сейчас я занырну сюда, и давай-ка мы посмотрим... Что мы вообще имеем тут? А мы имеем здесь дофига всего. Темная лощина, болото, агропром, свалка, темная долина, кладбище техники. Блин, кайф. Просто кайф. Туда обязательно надо сходить, но с хорошей радиационной защитой. Это у нас что? Янтарь. Мертвый город. Армейские склады. Лиманск. Рыжий лес.
окрестности Юпитера. О, да. Это круто. Слушай, это очень круто, правда. Затон. Центральная Припять, Восточная Припять. ЧАЭС. А это что? Подожди-ка. Генераторы. ЧАЭС-2. По-моему, там был какой-то движ только что. Ладно, погода стрём, но... Все равно надо идти. О, давай-ка возьмем дедушкин обрез. Дедуля с ним воевал. Обрез его никогда не подводил. И думаю, нас тоже не подведет. Так, каковы наши дальнейшие действия? У нас огромный мир сталкера, он полностью нам доступен. Слушай, обалденная дальность прорисовки, я прям вижу там эти вагоны. Этот переезд. Круто. Стало очень круто. Сейчас бы... Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Погонь, где ты? А! Тут да. Ничего полезного. Наш первый замес. Ничего полезного. Ничего полезного. Но, видимо, после выстрела из дробовика там уже ничего полезного быть больше и не могло. Так, у нас тут есть пояс, куда мы ставим патроны, что немаловажно, кстати. И давай мы перезарядимся сразу. Там аномалия. Я, пожалуй, обойду. Есть небольшие фризы, но не страшно, не страшно. Обалдеть. Я даже не помню, чтобы я в оригинальном сталкере под такой проливной дождь попадал. Дождь просто глушит все, что только можно. Все звуки. Я думал, собаки рычат, а это отдышка у главного героя. Окей. Так, там собачки, я понял. Отвык я немножко от сталкерства всего этого. А вот там шмальба. Это значит, нам туда. Пошла вон псина. Срочно. Там это была не одна собака. Так. Ну-ка. Мясо слепого пса. Отлично. Срезаем. Есть. Все, продадим ученым. Пускай исследуют. Пускай обследуют. Короче, что хотят, то пускай и делают. Нам-то что? Там, походу, аномалии. Там, походу, кого-то закрутило только что в этой аномалии. Блин, графончик-то стал поинтереснее. Так, ну-ка. Отношения. Одиночка. Так. Бандиты 10. То есть я что, со всеми в хороших отношениях или...
Так, давай-ка мы сделаем сейв. Я тут уже пытался когда-то сохраняться, когда проверял игру. У меня потом, правда, игра вылетела, но мы еще раз попытаемся. Так, возврат к игре. Все работает. Так. Так, там еще собачки бегают. Там кругом... Кругом бегают собачки. Просто кругом. Так, ну бандиты вроде бы нападать на меня сейчас не будут. Пока что. Так, пока не нападают. Так, подожди-ка. Она в натуре уже заряжена, все. Заряжена. Еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Я даже не понял, что сейчас произошло. Но минус два. Чики-брики и в дамки. Так, патрули. Там челик стоит, далеко не дотяну сейчас. Господи. Так, экшон, экшон, заварили мы кашу. Погоди-ка. Я хз, сталкер это был или бандит? Я не совсем догоняю, бандосы это или нет, но я же говорю, мои профилактические выстрелы. Бандиты минус 190. Отлично, это были бандиты, значит никого из своих я не замочил. Не страшно. Слушай, они вообще без брони ходят. Калаш просто прошибает абсолютно все. Так. Патрон. Стоп, это мои патроны. Вот его. Ох, что ж. Хоть бы пистолетик, что ли, какой-то был бы. Чё, плейбой? Шашлычок это что? Что это такое? Чистый набор, чистящий набор прогресс. Для заточки. Севшие батарейки возьмем. Плейбой. Спорченные патроны. Так, патрошки я возьму, особенно вот эти. А это что? Нижнее белье. Пара пользованных грязных носков и поношенные штаны, приготовленные к стирке. Прекрасно, очень нужно. Газета. Набор для стрижки. Интересно, сколько это добро стоит?
Оружейные запчасти. Это что? Упаковка старого мяса. Вредная пища. Старая книга. А томика Гюго у них не найдется, нет? Так. Мясо псевдособаки. Потрошки. Банка с хламом. Патроны 7.62х25. Это что? Древесный уголь. Зачем он нужен? Кстати, зачем я его взял? Пачки с патронами пока возьму. Это что такое? Стальная пря... Господи, сколько тут идемов? Фотография женщины. Колода игральных карт. Бандит. О-о-о, чувак, ты тут за пахана был, наверное. Ремкомплект для винтовки пустой, для дробовичка. Деньжата. Сишки, таблет, пивас. Слушай, таблетки, наверное, все заберу. Таблетки, наверное, дорого стоят, но мне так кажется. Наборы для розжига, по-моему, это мне понадобится. Боже, тащу на себе несчастных 10 килограмм. И он вот это вот уже чуть что сразу запыхивается. Мне знаешь, что интересно? Мне интересно, как... О, пистолет с ТП. А он хоть заряженный-то? Да, заряженный. А ну-ка. Как этим пользоваться? Вот я набрал столько всего и могу его только выбросить. Использовать это не то. Ой-ё. Старые 9.39. Слушай, эти ж патроны могут... Они ж могут, я не знаю, взорваться там прямо вот... Прямо от того, что я пытаюсь ими выстрелить. Это ж просто мусор. Погоди. Пихаль мы применим. Там где-то крысы бегают. Или тушканы. Пищит же, пищит где-то. А вон. Это крыса или это... Или тушкан. Так... Кстати, стоит сказать, несмотря на то, что мы там фичу небольшую облегчающую включили, но оружие лучше не стало. То есть все равно хламина страшная, посмотри, то есть оно просто в говно. Ладно, господа, пойдемте к Сидору, посмотрим, что он нам предложит. Ух, господа, я не знаю, сколько прошло времени, на самом деле очень много, главный герой просто дохляк, но я наконец-таки дошел до бункера Сидоровича. Сейчас посмотрим, что он нам сможет предложить, но чувствую, я все-таки не дойду прямо до конца, просто выносливость кончается, просто, ну, ужас, как быстро заканчивается. Дела плохо. Сидор, дела очень плохо. Торговля. Так, понятно, это ты не принимаешь. Тогда забирай вот это. Ты понимаешь, что это все гроши стоит? Капец, короче. О, а патроны дорогие.
А журнальщик, отлично. Столовые приборы, набор для... Швейный набор я, пожалуй, оставлю, а вот это вот синтетическая нить. Ну, давай одну оставим тоже. Инструкция по выживанию, туда же. Мясо тушкана, это что? Инструкция. Деньги, на, забирай туда же тебе их, запихни их себе там, куда ты их запихиваешь. 7,62, туда же. Набор для розжига оставлю. Просто туча таблеток. Пивас оставлю себе. Так, тут что? Оружейные запчасти. Ну, это хотя бы стоит денег, слушай. Хоть не за просто так, уже радует. Так. Тут дальше осталось разобраться. Так, 2000 мы заработали. Что молодец? А сколько? 9000 стоит плащ, ты понимаешь? То есть это... То, что я ему приволок, это даже толком не деньги. Обалдеть. А что под таблетосом? Это что? Таблетки кофеина. Пусть будут. Активированный уголь, если сожрал что-то не то. У меня полная упаковка есть, поэтому 120 рублей. Забирай, Сидор. Принимать будешь уголь активированный. А, набор для розжига. Давай один спихнем ему. Пускай так и быть. Вот это я бы ему отдал. Но, понимаешь, не берет. То есть стволы можно даже не носить вообще. Абсолютно. Так. Так, ну-ка, разрядить. Сидор, тут где-то упало, это тебе, подгонщик, торговля. Я прям не... Перевес все равно просто бешеный. На, гранатку возьми одну, да и вторую туда же забирай. Это я тоже не знаю, куда продать. И это. Да. Реальный товар. Так и запишем. Так. О, господи, тут ливень просто вообще жесть. Сортировать. Просто хламьё. По одному патрону, ты понимаешь? Жесть, кто это придумал? Почему в таких коробках по одному патрону вот? Это полный забей. Я даже, кстати, не посмотрел, сколько весила одна коробка, даже интересно. Давай патроны сбагрим обратно Сидору. На калаш у него даже патронов нету. Так. Нет, это обратно. Это все сбрасываем. По одному... А, стопе. Сорян. Не то положил. Я уже думаю, что так много-то? Угу, ясно. 552. Хорошо, продать. Сколько стоит 20 дроби? 2600. Офигеть. Короче, Сидор, да ты просто наглая морда. Короче, на, еще вот это забирай на 13 рублей, короче, и подавись ими. Жесть, просто жесть. Я в шоке, правда. Самое прикольное то, что у Сидора еще играет музыка с авторскими правами, поэтому это придется глушить. У меня почему-то падает здоровье. Перекусим. Я не представляю, что тут дальше жрать, например, потому что, ну вот, я еще одну банку съем, и дальше все, хана. У меня... Я не знаю, откуда вот столько говна на мне. Где я нахватался радиации, вот этого всего остального. Да, и витаминчиками закинемся, я не знаю.
Что-то я закинулся таблетками, по-моему. А, нет, нормально, нормально. Но хп просто... А можно аптечку? Или хп не вырастет? То есть, после применения аптечки... ХП, походу, особо не растет. Там от поливитаминов должно немного увеличиться, и все. Там совсем по чуть-чуть увеличивается. Слушай, это жесть. Я, конечно, понимаю хардкор, но тут что-то перебрали. А в Call of Chernobyl даже такого не было, и, блин, было нормально. Ну-ка. Где тут батон? Ну-ка. Старый хлеб, вредная пища. Съесть. Сейчас сразу все там. Гангрена, отравление, диарея. Просто и умер в зоне от поноса. Это вполне здесь может быть. Давай запьем казачком. Для дезинфекции, так сказать. Да, капец. Я даже не представляю, как здесь. Ого. Ого, я какой нестойкий-то до алкоголя, как меня быстро развезло. О, мужики, крыску жарите. Во-во-во, понесло, понесло, понесло. Тихо, тихо, тихо. Жесть. А можно поспать лечь, я не знаю. Я бы там умастился бы на самом-то деле. Че, нельзя? Просто все в хлам. Я думаю, первый взгляд на Stalker Dead Air можно заканчивать. Ребят, давайте подведем итоги. Модификация достаточно интересная и реально очень хардкорная. Однако есть ряд явных проблем. Во-первых, это переносимый вес, который вам доступен. Персонаж капец как быстро устает, если у вас перевес. А игра не очень стабильная, то есть достаточно часто происходят вылеты. Я пока снимал это видео, я просто замучился, честно скажу. Но в целом было любопытненько. Было любопытно, благо мы смогли по стелсу, например, ну, поработать по бандитам. Поэтому они как бы не особо на нас агрились. Но это немножко странно было. Раньше вроде бы они как-то более были подрывистые. Ну-ка, попробуем. Вау, тихо, тихо, тихо. А вот лимонку не надо, не надо, не хочу лимонку. Ох ты, рвануло-то. Да харе. Так, бинтуемся, бинтуемся, бинтуемся. Вот тебе гранату. Ох. Дымовуху, что ли, бросил? Да я-то труп, а вы-то где? Чё-то сталкеры где-то... Господи. Слушай, ворвался прям. Чики-брики в дамки. Реальные прямо вот. Я даже не понял. Вот это вот нажри, откуда оно прилетело. Но да ладно. Вполне себе достойное, можно, мне кажется, завершение. Маленькая. Да, и можно передохнуть. Господа, пишите, извиняй, что конечно, думаете о данной модификации. Ну, что-то как-то... Не знаю. Call of Chernobyl и тот же Misery, ну, лично мне как-то понравились больше. На этом пока все. Всем удачи. И пока.